東京グール RE コールトゥーイグジスト。После боя, с трудом одолев Филина, Хайса приобретает право собственности над Хинами, которая помогла ему в битве, и заключает ее под стражу в Кокурии в качестве информатора. Несмотря на то, что Гинси сразил Яцерьеску в ходе операции по зачистке аукциона, ему не удается использовать Куинки, изготовленный из ее Какуха. В это время Сю Цукуяма впадает в бешенство от потери Кена, но Канея, его слуга, успокаивает Гуля. Семья Цукуяма. Следующее задание отряда куинксов – дело Розы. Другому отряду удается схватить одного из членов этой группы, и они начинают выведывать у пленника информацию. Беспокоясь за своего опечаленного господина Сью Цукуяму, Канея заключает сделку с его приятельницей Тис Хори. Сью смотрит на снимок, полученный от Тис, и его взгляд оживает. Слуга Цукуямы. Узнав, что Кен жив, Сью пытается поговорить с Хайса и пробудить его память, но, увы, тщетно. Канея в ответ на это готовит заговор по устранению отряда куинксов от имени своего господина. В результате своих стараний, в ходе операции по зачистке аукциона, Куки становится еще сильнее по сравнению с другими бойцами отряда. Гинси все еще не может пользоваться куинки. Совместными усилиями отряду удается отбиться от Гули, и план Канея проваливается. Операция «Маска». Следователи переодеваются в гули, чтобы выяснить, что объединяет группу Роза и Древу Аугири, но связь между ними оказывается незначительной. Хайс узнает о существовании гули в повязке и о неустанной охоте Катара Амона за ним. Хайс слышит в своем разуме голос Кена Канеки, который говорит, что именно он убил Катара. Прошлое. В ходе допроса пленника выясняется, что Роза на самом деле финансовая корпорация, принадлежащая семейству Цукуяма. Начинается подготовка операции по уничтожению семьи Цукуяма. Тем временем Хайса спрашивает Акиру о Катару Амоне, но ответа не получает. Акира тихо обнимает Хайса, который уже не понимает, кто он такой. Уничтожение семьи Цукуяма. Начинается операция по уничтожению семьи Цукуяма, в которой участвуют Хайса и отряд куинксов. Хайс отправляется на крышу здания, в то время как остальная часть отряда сталкивается с гулем по имени Нора. Они проявляют навыки слаженной командной работы и, как им кажется, убивают гуля. Но невероятные способности к регенерации позволяют ему победить. Сью против Хайса. На крыше появляется Сью Цукуяма, который отказывается сдаться, как это требует Хайса. Во время схватки Хайса может предсказывать действия Сью и почти одолевает его, пока на него вдруг не нападает Канея. Ее душу и разум разрушила Ита, из-за чего Канея приобретает невиданную силу, и она почти одерживает верх над Хайса. Пробуждение. Заглянув в смерти в лицо, Хайсу наконец все вспоминает. Обретя память Кена Канеки, он одним ударом убивает Канея, а затем Ито, которая видела его пробуждение. Расправившись со всеми врагами, Кен выбрасывает обессиленного Сью из здания, чтобы прикончить и его. Куинкс. Следователь, которому пересадили Какуха Гуля. Таких, как он, называют солдатами со скрытым куинки. Как и настоящие гули, они могут пользоваться кагуны, а также обладают сверхчеловеческой силой и способностями к регенерации. Как правило, отряд куинксов использует фреймы второго уровня, способные раскрыть их потенциал на 40%. Операция по превращению в куинкса.
Эта процедура, также известная как операция по пересадке Какуха, позволяет пересадить особый орган Гуля обычному человеку. Взяв за основу технологию создания Куинки и механизм трансформации, открытый доктором Кану, доктор Коуицу Цигё разработал операцию по превращению в Куинкса в качестве более безопасной альтернативы обычной пересадке Какуха в стальные фреймы Куинки. Ей подвергаются только прошедшие тщательный отбор добровольцы. После операции такие люди получают крупную сумму, которая позволяет им не беспокоиться о деньгах, когда они наконец выходят в отставку. Фрейм. Существует 5 таких называемых фреймов, от F1 до F5, регулирующие функцию пересаженного Куинксу Какуха и позволяющую его контролировать. Повышая уровень фрейма, Куинкс увеличивает мощность своего Кагуны. Однако Кагуна уровня F2 слабее аналогичного у Гуля. Резкое повышение концентрации клеток ERC на уровне F4 и выше может вызвать перегрузку, и носитель рискует превратиться в Гуля. Цукияма Групп. Крупная корпорация с более чем вековой историей, входит в финансовую организацию семьи Цукияма. Владелец – отец Ю Цукияма, Мирумы Цукияма. Занимается различными видами производства, в том числе пищевой промышленностью, драгоценными металлами, производством стали и химикатов. Под управлением корпорации находится более 20 дочерних предприятий. Она успешно функционирует в человеческом обществе, однако большинство участников организации – гули. УБГ совершил нападение на здание организации Lunar Eclipse в 8-м районе в рамках операции по уничтожению семьи Цукияма. Семейство фон Розенвальд. Немецкая ветвь династии Цукияма. Истреблена немецким УБГ, когда Канее было 10 лет. Ре. Кофейня Токи. Ей бы хотелось, чтобы здесь мог найти прибежище Кен, если память к нему вернется, а обратиться будет не к кому. Аукцион. Организация под управлением гулей, наподобие ресторана гулей. Похищенных людей здесь продают гулям в качестве питомцев, либо как пищу. Права собственности. Права, которые исследователь присваивает по отношению к захваченному в бою гулю, который становится информатором УБГ. При официальном признании прав собственности гуль попадает в заключение в Кокурию. Клоуны. Таинственная группировка гулей, организующая аукционы по торговле людьми, действует под прикрытием, замешана во многих происшествиях. Кто они на самом деле, неизвестно. Операция по уничтожению семьи Цукияма. В то время как Хайса пытается вернуть свои воспоминания, начинается операция по уничтожению Сью Цукияма, ключевой фигуры из его прошлого. Побочная история. Отряд Куинксов. Оставшиеся Куинксы продолжают сражаться без Хайса. Мощный гуль со способностями к регенерации останавливает их продвижение. Куинксы продвигаются и устраняют гулей уже без Хайсу Сасаки. Беру на себя передовую линию. Муцуки, на тебе фланги. Есть! Куинксы явно стали сильнее и уничтожают все гули на своем пути. Идем! Есть, Тирагин! Не отставай! Слава! Триумф! Признание! Похоже, у Урии хорошее настроение.
Ты в порядке? Спасибо за помощь. Огромное спасибо. Впереди мои раненые союзники. Вы поможете? Вас понял. Вариант так себе, но выбора нет. Let's go.
Спасибо за помощь. Огромное спасибо. Спасибо за помощь.
Спасибо, вы спасли меня. Что? Да тут пожар! Из-за дыма ничего не видно. Будьте бдительны. Этот мусор мешает пройти дальше. Попробуем как-нибудь его обойти.
Неужели это... Ой-ой. Урия. Ох, Сирадзу. Задержи его, Муцуки. Есть. Сайко. Наши шансы стремятся к нулю. Thank you.
大丈夫か? Если не буду драться в полную силу, то не смогу никого защитить. Я должен побороть свою слабость, чтобы стать сильнее. Сасаки, как ты там? Наш господин, Ури уже без сил. Муцуки и Сайко целы. Насчет остальных не знаю. Если я ничего не сделаю, все погибнут. Ури, Муцуки и Сайка. Даже я. Я не могу погибнуть и бросить Хару. Еще. Сирадзу! Умри, чудовище! Ури, пуль хватит? Если это ни почем, я не знаю, что делать. Сирадзу!
Сирадзу! Гинси! Сирадзу! Вот это мне досталось! Сохраняй спокойствие и дыши! С нашими способностями к регенерации такая травма пустяк. А если я вот так умру? Глупости! Гинси! Ури! Зайка! Муцуки! Что же вы молчите? Сирадзу! Где все? Кто-нибудь, подайте голос. Никого? Понятно. Так тихо. Я что, здесь умру? Мне страшно. Страшно. Мне так страшно. Не бойся, мы рядом. Йонебаяси, Муцуки и я. Сирадзу. Нет. Нет. Не смей умирать. Отряд квунгсов потерпел сильные потери. Несмотря на скорбь, они не потеряли решимости. Они переживут гибель сразу и станут сильнее.